Ту-ри-ту-ри-ту-ри-ту. Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на песте». И сегодня надпись на песте от Жени Орлова для Галины с канала Галька FM. Смотрим надпись. По традиции красивый вид от Жени Орлова для Галины с канала Галька FM. Галя, ты лучшая. Ну, Орлов, ты молодец. Та-ра-ра-рам. Опьянил совсем, в голове дурман. О, дьявола, давайте начнем видео с красоты, а потом я вас буду хуесосить. Утомили. Мы с вами не понимаем друг друга. Совсем. Юра по кличке Объебанный. Дед какие-то старые очки подарил. А вы что, не перевернулись? Подождите. Блять, наговорил, а камера не включена была. В общем, начал видео записывать, там подошел русский человек, говорит, что это за муйня такая, как где здесь купаться? Из Тулы. Привет, Тула. Солнце, да? Давайте ругаться. Энди Писарев, с тобой мы давай поругаемся в середине видео, ладно? Ты вообще не прав. Хоть ты и немец, но ты не прав. Вообще пиздец. В такой хуйне Юрку обвинить. Ты меня слишком мало знаешь для таких обвинений. Охуеть. Ну так и вот. Юрка по кличке Подготовленный. Блядь, а как мне посчитать сообщение? В общем, такая ситуация. Назовем человека, а то ведь, блядь, Ильей. Нихуя там две Ильи каких идут. Прям Ильи. Подождите. Это я не затягиваю видео. Просто не видно нихуя. По традиции красивый вид. Прекрасных женщин мы не. Ну так и вот. Илья, ты здесь? Началось все дней, неделю назад. Юрка истории травит, конечно. Но это жизнь моя, что, слушайте, я вообще в ахуе. О, подождите. Ну вы же знаете, я пишу надписи там на песте. Ну и пишут мне в ту пятницу. Будем, знаете, чтобы, блядь, не сказали, что Юра наебывает. Надо вам говорить больше деталей, тогда вы больше поверите. Мне написали. Приветствую, хочу заказать надпись на песте такую-то, такую-то. Куда скинуть тебе бабосы и когда будет надпись? А, ну еще пятихатку тебе на завтрак, типа, Юрец там, ты охуенный. Ну я отвечаю, завтра будет видос с утра, а надпись кому и от кого. Ну чтобы тури-тури, там, от того-то, от тому-то. Мне пишут надпись тому-то, от того-то. Скинь карту, деньги прямо сейчас скину. Мне скидывают деньги, все, заебись, я доволен, думаю, вот это подписота вообще красавцы, муа. Но я и также по-прежнему думаю, просто недопонимание. Сейчас мы его с вами поймем. Все, нашел он карту, скинул денег, я ему вот тебе круг.
А, вчера, короче, он скидывает по доброте своей душевной, ну, блядь, хороший человек, мне просто пятихатку на завтрак. А, ну и пишет, только ты обо мне не говори в своих эфирах. В каких эфирах? Ладно, хоть не в биткоинах. Не нужна мне такая популярность. Вот это, запомните слово, такая популярность. Вот это такая популярность ты принял на свой, Илья, как сказать-то, на свой образ, нет? Это вообще была речь не о тебе на эфирах. Но это ладно, не про это, я сейчас вам объясню. А, ну и на стримах мы начали хуесоситься. А, давайте, вот. А, ну не нужна мне такая популярность. Ну и все, я и забыл, все, я его и не упоминал никогда. Спасибо, надпись написали. Бизнес, ёпта. А, ну и все, вчера у меня выходит стрим. Я что-то там разговариваю, как обычно, ругаюсь с тем-то, хуесошусь. А сейчас в последнее время в Муйне стало очень много подписчиков, что ли, не подписчиков, знакомых. А я же блогер. А все вот сюда приезжают. Я пытаюсь камеру достать, все, ой, блядь, не снимай меня. Ой, я там прячусь, меня не надо показывать, не хочу на твоем канале появляться, да нахуй ты нужен. Я вчера на стриме из-за этого завелся и говорю, да вы заебали, нахуй вообще тогда со мной встречаетесь. Я вам сейчас говорю, не хотите сниматься, нахуй вообще нужны. Надо вам что-то от меня, напишите, я вам отвечу, если вам надо здесь что-то помочь, подсказать. А так вот реально, нахуй мне это надо-то? Эти посиделки, эти слушания, блядь, ну реально, пиздец, мне надо контент пилить. Ну и короче, вот такого... А, еще я начал говорить, да хули вы себя сами стесняетесь своей жизни, да нахуй вы так, черти, живете, что, блядь, боитесь, знаете, людям показаться. Я вообще говорю, вот, блядь, за всю историю там того же канала YouTube моего, да, очень же мало, вот, знаете, людей, которые там не постеснялись самого себя показать. Это вот такие великие люди, как Лесик, там, Пумпаяс, даже Влад Кузнецов, блядь. СС Щербаев. Ну, много людей, которым было похуй, знаете. Ну, а сейчас, последнее время, вот, это вот почему-то именно в Муйне случилось. Здесь все боятся сниматься, блядь. Здесь в магазин заходишь, все, убери камеру, блядь. Не дай бог, там, знаете, русский продавец работает. Или в баре кто-нибудь русский работает. Ой, убери камеру. Очень вот этого много здесь. Не знаю, с чем связано. Так и вот. Ну, я, короче, начал с подписота и хуесоситься насчет этого на стриме. Все, заканчивается стрим. Я такой. Захожу в Инстаграм. Сообщение, прям пиздец, от Ильи, который надпись заказывал. Он мне пишет. Я тебе скинул деньги и попросил не обсуждать имя. Только потом, что не только я смотрю тебя из моих знакомых, близких и тому подобное. Чтобы мысли даже у них не было, что я бабки еще и на твой канал закидываю. У меня бывшая жена, настоящая еще дама, с кем-то так общаюсь постоянно, пока с бабами ситуация... Короче, что-то пишет. И типа люди, существа такие, будут злиться. Я не выебусь. Я написал, я тебе так... А, что не нужна мне такая популярность, это я съехал. Так я тебе говорю, Илья, блядь, ты вообще не прав. Вы, блядь, как вам сказать-то? Вы что все о себе думаете-то? Кому вы нахуй нужны? Я вот вам хочу сказать. Ну ладно, вот с ним у нас, ладно, недопонимание с Ильей вышло. Илья, вот тебе круг. То есть тебя я вообще не имел в виду, нахуй. Не надо про тебя говорить и не буду говорить. Вот вы мне усрались, блядь. Хуёво, конечно, без завтраков остался. Но вообще-то ты не прав здесь. Это ладно. Это ладно, это русский человек, его можно понять. Мы там, ладно, все русские такие, знаете, принимаем все на свой счет. И мы думаем, что до нас всем есть дело. Я вот вам говорю, до вас никому нет дела, всем на вас насрать, кроме ваших родителей. Вы сдохнете, а вас через неделю никто не вспомнит. Поймите вы это, блядь. Существа, сука. Сейчас, давайте, красивый вид, и будем с немцами ругаться.
то вы будете спрашивать, что она делает там. Я вам решил показать. Она чистит зубы. Ну, в Азии все чистят зубы почему-то на улице, вот со стаканчиком воды. А у нее еще тазик там сплевывает. А вы сплевываете или глотаете? А, друзья мои? Наверное, сплевываете, да? Или все-таки глотаете? А ты, дедушка, лучше любишь, когда сплевывают или глотают? Как правильный, дай вот совет подписчикам. Мне нравится, когда сплевывают прямо на хуй. Прям на хуй, чтобы сплевывали? А не любишь, когда спиздятина вытекает и сам вот так? Это не по-пацански, да? Это не по-пацански. Все, совет от деда был. Все. О, красивый вид для людей из Германии. О, да, вот такое тебе наказание. Придется не здесь все как на подбор. Вот, Энди, посмотри в мой честный глаз, вот в этот. Вот в этот. Короче, меня немцы обвинили в наебалове. Вы представляете, меня немцы нахуй, а? Мы их долбили, да, там, сука, 4 года, они меня обвиняют. В общем, Энди, слушай-ка сюда. Ты вообще не прав, ты взрослый мужик. Начался сегодня стрим ночью. Юра, как всегда, проснулся, глаз ты умыл, подготовился, проснулся в 4 утра. Все же знают, да, стрим у меня с 4 до 6. Сука, у меня уже, блядь, выработалось даже вот это, не эндорфин, а что там? Ну, короче, просыпаюсь всегда в одно и то же время. Но сегодня проспал, проснулся в 4:30. Блядь, скорей, включил стрим, не поел, не попил, думаю, ребятки ждут, ну, одиноки из сердца, знаете, там, кому ночью делать нехуй, со мной попиздят. Все, включаю стрим. А, симку купил специально, чтобы интернет не подводил. Все, сижу. Первый приходит великий Лесик на стрим. Сидим, пиздим, все нормально. Бах, стрим обрывается. Ну, что-то с симкой. Я думаю, ебаный рот. А знаете, как обломно ночью, когда стрим обрывается? Время вроде там 4:30-5. Ты сидишь и понимаешь, что делать нечего. Ух, какая. Ну, так и что? А, стрим обрывается. Я, блядь, весь на нервах сижу такой, думаю, блядь, надо въебать пару колпаков. Въебываю пару колпаков, думаю, блядь, проверю Wi-Fi. Проверяю Wi-Fi, все нормально. Все, включаю опять стрим. Начинаю стрим, народ начинает подходить, там 5, 10, 15, 20 человек. Прилетает донат там от великого Энди из Германии, 200 рублей. Ну, что-то сидим, разговариваем, там, музычку слушаем. Все охуенно. Кто-то написал в чате, что типа, о, не спите. А, ну, здесь человек, который находится. Я говорю, да, не сплю, говорю, до 6 у меня стрим. Ну, может, я оговорился, что через 6 минут у меня кончится стрим. Но все знают, что у меня до 6 утра стрим, если все заебись с техникой. Ну и все. Энди говорит, ты не вздумай через 6 минут уходить. Я говорю, я с инхуй не уйду. Объясняю, я уйду в 6 утра, блядь. Как и обычно, если не подведет техника. Ставлю телефон в зарядку, так как на стримах очень быстро зарядка у айфона садится. Ну не знаю, и он нагревается. Ставлю его на комп вот так. Телефон. Все, разговариваю. Ну, блядь, после вот этого, как мне Энди сказал, на 6 минут не уходи, прошло, наверное, минут 20, и стрим вырубается, айфон мне пишет, ваш айфон перегрелся, перед следующим использованием, типа, блядь, остудите айфон. Ну и все, стрим, короче, кончился, время 5:40 утра, включать новый стрим, блядь, смысла нет. Думаю, ну ладно. Лёсик написал там мне, что, блядь, Андрюха, выключи стрим, а то завис у тебя он. Все, я выключаю, вырубаю стрим, короче, удаляю. Захожу в контакт. Мне там написал Энди. Ну, типа, знаете, давайте я вам скажу так. А, не, давайте, как он хорошо написал-то. Ну что, типа, Андрей, ты сказал, что ты, блядь, уйдешь
не через 6 минут, а в 6 утра, а сам ушел там типа через 6 минут. Так что все, удачи. Я вот опять сижу на рассвете, думаю, вы что, блядь, вы что так все воспринимаете-то? Смысл мне вот вас наебывать? Я сам обломался, допустим, что вот вы поймите сами, что если стрим идет меньше 2 часов, я сам очень обламываюсь. То есть реально, а когда он обрывается, то вообще пиздец. Еще больше обламываешься. Я, блядь, стараюсь, а вы вот, блядь, что-то последнее время только предъявляете и предъявляете. Так-то мне вообще похуй. Ну вот правда, я к вам, блядь, нормально отношусь, вот кому сейчас разговаривают, а вы донатеры как-никак. Было бы это какое-то отребье, блядь, другое дело. Ну вы, блядь, хуй знаете. Вы не правы, друзья мои. Угу. Вы реально думаете, что вас что-то, блядь, наебать хотят, подъебать? Я вам говорю, вы мне в хуй не усрались. С меня должно быть для вас хорошее настроение, надписи на писте и все. А вы начинаете ебать голову какой-то хуйней. Я к вам в друзья, блядь, не на, как, никому вот не навязываюсь. То есть я сам себе нормальный друг. Я самодостаточный, понимаете? Я никого не хочу обидеть. И думать там, знаете, что ты, блядь, если задонатил там 200, 300, 500 рублей, там 1000-2, блядь, и думать то, что я тебе что-то должен. Вы ебанутые вообще, я вам ничего не должен. В первую очередь, когда вы донатите, это надо вам. Это мне вот мудрые люди сказали, а не мне. Так что, блядь, вы с собой разберитесь. Угу, пиздец. Охуеть. Знаете, вот были бы слезные каналы, сейчас бы заплакал. Подождите. Ну вы поняли, да? Короче, блядь, не ебите голову ни себе, ни мне. Ссылочки на донаты внизу. Вы поймите, вас дохуя, я один. Вы ебанулись? Я не могу там каждому, знаете. О! Или вы каждый думаете, что вы один такой? Вы ебнутые? Один такой Юра, блядь. Все, нахуй. Короче, блядь, негативное видео вышло из-за вас. М? Блядь, это такая красота. Ладно. Да, и вообще, знаете что? Как бы нам избежать бы всех этих вот неурядиц? Чё ж вы так раздражать стали, а? Короче, ладно. Идите на работу, ёб, среда ведь. Ха-ха. А я пошел. О! Все. Ну чё уж, пошла такая петрушка, давайте продолжим видео, хули. Да хотя нахуй. Да, нахуй. Потом. Все. Пока. Вот знаете что? Я подумал. А почему и нет? Что мне от вас скрывать? Да и она, если приедет, то она станет публичной личностью. А так хоть история получится, правильно? С началом и с концом. Ну, может и без конца, но, блядь, с началом. А то что за неразбериха потом на канале будет. Ну так и вот. Какой дряблый. Ну это волосы подстричь надо. Волосы от Алены хули. Так и вот. Блять, как красиво. Ну вы поглядите, сука. А? Охуенно, да? Многие же вы уже знаете, что есть такая особа по имени Катенька. Блять, нормальный бы канал был, да, Катенька. Но это не важно.
Сейчас, подождите. Так вот, у меня здесь с ней состоялся сеанс персонального стрима, можно это так назвать? Ну, знаете, как на рунетках. Только в качестве рунетки я был, но это не суть. Короче, созвонились, попиздели, час поразговаривали. Зубы какие белые, да? Так и вот. Ментально мы подходим друг к другу, в общем, знаете, мысли одинаковые там. Цели жизненные, наверное. Ну, цели, что их нет. Знаете, проебывать просто, он жить одним днем. Ну, вот эта хуйня. Они, в принципе, все так поначалу поют. Только давайте сейчас без обид. Надо же все донести людям. Но мы же с ней общались там недели две назад, да, там. Думали, приедет. Я пожалел 5000, и на билет не хватало. Ну, потому что не знал ее настолько хорошо, как сейчас знаю. А сейчас уже и жалею. Знаете, что тогда 5000 не дал? Угу. Сейчас бы уже так весело, интересного было, тепло. Там такие ножки, пиздец. Так и вот, в чем суть-то? Дорогие мои друзья, нам с Катенькой нужна ваша помощь. Угу. Надо денег на билет. Ну а что, нету у девчонки денег. Все проело, походу. Ну, сами знаете, в России жизнь дорогая, особенно в Екатеринбурге. И у меня нет, я iPhone купил. А женщину рядом, коллегу, партнера хочется. Мне кажется, я повеселее бы был, контент бы получше. А что, давайте ей на билет-то соберем. Она найдет недорогой, с тремя пересадками. А? Я бы и сам, правда, купил, но нет бабок, хули. Короче, вот думаем с ней, как нам соединиться. А чё? Думаете, нет? Вы сейчас будете орать, сама приедет, сама приедет. Ну нет возможности. Надо женщин понимать же тоже, чё. Так ты-то, нихуя билет, ёпта. За границу, блядь. Угу. Так вот, хожу к кубаторю. Чё ей делать? Ну это я так, мысли вслух. Всё. Вот такой среда. Так и вот, сижу сейчас, монтирую видео, блядь, и смотрю, здесь пальма. Смотрите, как красиво, да? Нет, вообще, сижу и монтирую видео сейчас, и думаю, вот смотрите, насколько было бы заебись, если бы Катенька записала бы видосик бы на минутку, на две, да? Рассказала бы нам о себе все в этой минутке, в двух. И так бы мы точно бы с вами бы набрали бы денег бы ей на билет. Цены бы ей не было, если бы такое случилось, конечно. Ну все.